Сегодня в Чебоксарах в Центре современного искусства открылась выставка «Ниже Нижнего». Этот проект родился в Нижнем Новгороде. Как всегда, инициаторами его стали сотрудники Приволжского филиала Государственного центра современного искусства, выигравшие грант благотворительного фонда Владимира Потанина. Меняющийся музей в меняющемся мире. Вряд ли можно сказать точнее о выставочной экспозиции, которую привезли в город коллеги с Нижнего. Она настолько необычная, что переворачивает сознание, и на осмысление новейшего опыта краеведения надо время. На молодежной платформе в рамках выставки прошла лекция Алексея Тубецкого на тему фотографии. Необычный исторический взгляд на развитие этого вида искусства, параллели, ассоциации. Алексей пытался донести до слушателей свое отношение к фотографии, непростое и оттого весьма любопытное. Благодаря организаторам я смог приехать сюда и рассказать немного о своем творчестве художественном и о своих давних наблюдениях, о диалоге, который между собой ведут изобразительное искусство, традиционные уникальные работы и фотографическое искусство. Как они повлияли друг на друга и как они вместе занимаются, в общем-то, одним интересным, важным делом – созданием изображений. Как эта ситуация меняется с течением времени.